Всем привет! С вами снова я, Максим Бакинский, брокер of record и фаундер компании Right at Home Realty Investments Group. Мы всегда держим руку на пульсе, и среди множества pre-construction проектов, которые выходят на рынок в Большом Торонто, выбираем те, которые, по нашему мнению, принесут наибольшую прибыль инвесторам. Существует множество факторов, таких как место расположения проекта, надежность застройщика, будущее развитие района, изменение транспортной инфраструктуры и многое другое, что глобально влияет на то, как изменятся цены на квартиры за время строительства. Итак, встречайте новый проект одного из крупнейших застройщиков Торонто State Building Group, который будет называться Southport. Проект будет строиться в южной части района Этобика в абсолютно уникальном месте. С восточной стороны кондоминиум будет прилегать к Хай-парку, с западной стороны к руслу реки Хамбар и прилегающему к нему парку, с юга озеро Онтарио с более чем 10 километрами парков и пляжей, расположенными вдоль береговой линии. Всего в 10 минутах ходьбы в северном направлении Bloor West Village, где находятся лучшие в городе рестораны и множество различных бутиков. Район имеет отличную транспортную доступность. Добраться до Union Station в даунтауне Торонто поездом GO уже сегодня можно всего за 15 минут. А строящийся транспортный узел в районе Exhibition Place, который соединит новую линию Subway, экспресс, следующий в аэропорт и линию поезда GO, в скором будущем еще улучшит и без того отличную транспортную доступность района. Район Хай-парк считается одним из самых престижных и комфортных для проживания в Торонто. Цены на аренду здесь даже выше, чем в центральных районах даунтауна. Рядом с микрорайоном, где будет строиться проект Southport, находится район Мимика, где уже началось масштабное строительство и где в ближайшие 10 лет вырастут более 20 высотных зданий. И в итоге западная сторона Хай-парка останется оазисом в районе, где все будет застроено высотными зданиями. Невольно напрашивается аналогия с центральным парком в городе Нью-Йорке, где расположена самая дорогая недвижимость в городе. Жить при входе в самый большой парк в городе, рядом с пляжем, яхт-клубами, километрами прогулочных и велосипедных дорожек дорогого стоит. Новый проект Southport, несомненно, прекрасно вольется в застройку микрорайона и в будущем станет одним из самых комфортабельных для жизни кондоминиумов города. Комплекс Southport Condo будет состоять из двух башен 27 и 30 этажей, расположенных на трехэтажном подиуме. В проекте в общей сложности будет 558 квартир различных площадей, от 1-бедрумов до 2-бедрумов плюс ден. Амейнитис комплекса будет соответствовать уровню 5-звездочных отелей, включая большой бассейн, расположенный на крыше подиума. На первом этаже здания будут коммерческие помещения, отведенные под магазины, рестораны и кафе. 12 мая начнутся продажи в первой фазе проекта, и это отличная возможность для инвесторов зайти в проект в самой начальной стадии. В продажу выйдут первые 324 квартиры. Вторая башня будет продаваться несколько позже, и цены там, конечно, уже будут выше. Цены на one-bedroom квартиры в первой фазе проекта будут около 700 тысяч долларов. One-bedroom плюс ден от 760, two-bedroom около 800 тысяч и two-bedroom плюс ден чуть более миллиона. Мы считаем, что этот проект будет отличной инвестицией для тех, кто инвестирует в квартиры, продающиеся на стадии котлована, и в будущем принесет им очень хорошие дивиденды. Тем более, что на VIP-продажах депозит, требуемый для покупки квартиры, будет всего 15% от стоимости квартиры, и вноситься он будет 5 платежами в течение первых 2 лет после заключения контракта. Мы начинаем принимать предварительные заявки на квартиры уже сегодня. Цены будут выпущены 12 мая. Также те, кто отправил предварительные заявки с 14 по 17 мая по аппойнтментам, смогут посетить Presentation Center девелопера, находящийся на месте будущего строительства. Распределение квартир в этом проекте пройдет 18 мая. Не упускайте свой шанс отлично инвестировать в один из лучших проектов этого года. Присылайте предварительные резервации как можно быстрее. Количество квартир очень ограничено, и мы не сомневаемся, что проект будет продан молниеносно. Ссылка на страницу проекта на нашем веб-сайте-портале
далее к описанию к этому видео. Оформить предварительную заявку можно на странице проекта, заполнив форму резервации. Если вам необходима консультация, звоните мне по телефону 416-832-8343 или назначайте онлайн-аппойнтмент. Ссылка на онлайн-аппойнтмент также есть в описании к этому видео. С вами был Максим Богинский. Удачных вам инвестиций!